Ну что ж, был перерыв, наша команда была на выезде, и вот наконец-то дождались в Новокузнецке вновь большой хоккей. Принимаем Югру из Ханты-Мансийска. Ну что ж, у меня уже было много попыток, и вот очередной болельщик опять рядом со мной. Задаю один вопрос, отвечаете. Даю билет, вот, из кармана достаю на следующий матч с автомобилистом. Итак, вопрос. Назовите мне легендарного хоккеиста, который был олимпийским чемпионом, который являлся капитаном сборной Советского Союза по хоккею и по футболу одновременно. Всеволод Бобров. Вот! Ура! Ура! Как можно не знать такого выдающегося человека, как Всеволод Бобров? Да и были не молодежь, я уже наводящие вопросы задавал. Гол по-бобровски, легендарный из-за ворот, гол по-бобровски. Вы молодец. На тренировках в девятку, в размер круга, чуть больше шайбы. В девятке, вот попробуйте запросить. Ну, вот типа как вот здесь на этом. Из 10 раз 9 раз забрасывал. Вот видите, какая полезная информация. Вот ваш билет, честно, выигранный на матч с автомобилистом. Вам спасибо, ходите на матч. Итак, блиц-опрос, отвечай быстро и не задумывайся. Сколько полосок у арбитра на майке? Не знаю. Мало. 20. 35. 63. 7. 7. 20. На майке? 2. Это был ее ответ.